Хумус – очень вкусный паштет из нута, бараньего гороха, рецептов его. Хумус – отличная закуска, которая подойдет для любого стола, будь то постный или вегетарианский, его можно подавать с хлебцами, тостами, свежими овощами или в дополнение к основному блюду. Я расскажу вам, как приготовить хумус с апельсиновым соком, здесь все просто. При измельчении отварного нута, добавьте апельсиновый сок, затем оливковое масло, обязательно используйте качественное оливковое масло, оно придает неповторимый привкус хумусу, приятных вам хлопот на кухне. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Нут заранее замочите в холодной воде 1 л на 8 часов, слейте, затем отварите под закрытой крышкой в большом количестве воды. В течение 1,5 часов оставьте немного бульона для разведения хумуса, лук и чеснок очистите. Соедините все ингредиенты, кроме оливкового масла, в измельчителе и взбейте до однородности массы. Добавьте по частям масло, каждый раз взбивая до однородности. Подавайте с паприкой и кинзой, приятного аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Такие продукты будут нужны. Нут – 200 грамм. Масло оливковое – 3 столовые ложки. Кориандр – 4 чайных ложки, молотый. Зира – 4 чайных ложки, молотая. Паприка – 4 чайных ложки, молотая. Соль – по вкусу. Сок апельсиновый – 75 мл. Чеснок – 1-2 зубчиков, крупный. Лук – 1 штука. Кинза по вкусу. Количество порций 6. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. Надеюсь на скорую встречу на канале.